который называется Розетто. С одним Т, Розетто. И здесь тоже это город прибрежный. И сейчас середина сентября. И пляжи еще все еще не убраны. Стабилементы все еще не убраны. И люди еще ждут. Сейчас покажу вам, что здесь. Мы на берегу моря решили погулять немножко, а потом дальше поедем по нашим делам. Вот здесь такой на берегу скверик, видите? Здесь маленький фонтанчик, сейчас я подойду поближе. Там сидят люди, которые приносят свои стульчики и сидят на берегу, отдыхают, видите? Тут и берег, тут и фонтан, тут и все. Вот смотрите, это памятник, видимо, который тем людям, которые погибли в море, может быть, морякам, не знаю. Вот что-то такое здесь. Море сегодня неспокойное. Тучи на небе, но довольно тепло. Температура 29 у нас показывает в машине. Так что тепленько. Ну, видите, на небе облака. И, как видите, зонтики пляжные, эти кроватки, все. Все еще ждут туристов, еще не убирают, видите. Мы сейчас пройдем туда по этому пирсу, туда дальше в море. Ой, Альфредо гуляет с палочками. У него скандинавская ходьба. Он просто так не ходит. Он занимается спортом у нас. Каждый раз море имеет другие оттенки. Очень много зависит от цвета неба, от этих облачков. Посмотрите сегодня, какая роскошь. Совсем по-другому. Цвет морской. И сережки тоже. Этот пирс давно не ремонтировался. Посмотрите, за моей спиной все. Море сожрало все эти перегородки, и их пока еще не ремонтируют. Сейчас посмотрим, там рыбачки стоят на конце. Посмотрим, что они там ловят. Что они там поймают.
Ascolto ogni tanto ci capita pure quella grossa. A San Vito? Eh? A San Vito? San Vito? San Vito è una bella zona. Però non ho pescato niente, sono arrivato adesso non... Ancora non niente? Ancora niente. Ieri ho preso un po' di forma. Forma e qualche orata. Ah, anche orata? Sì, sì. Va bene. Ma pure quelle piccole, insomma. No, le orate ogni tanto esce, pure quelle da mezzo chilo, 600 grammi, sono più rare, però buono. Ci stanno, come no? Ci stanno, se no si prende quella 2-3. Какой холм, холмы такие живописные, море и эти облака, гляньте, как красиво, готовые картины. Середина сентября, люди еще загорают и лезут в воду. Ну, тепло, только ветер и тучи, а так-то температура теплая. Мы однажды, кстати, даже 2 октября еще купались. Один год было так тепло, солнце, жарко, никакого ветра. И мы купались даже в октябре. Вот так. Все хорошо, но что мне не нравится, это то, что нельзя покушать. Когда ты хочешь. Вот сейчас 4 часа дня, например, и мы не можем никуда поехать покушать, потому что все закрыто. Представляете? Здесь обедают с 12 до часу, но в крайнем случае до 2. Потом все закрывается, открывается вечером. Если ты не вовремя захотел кушать, тебе некуда пойти. Даже в супермаркетах продают только объедки, которые остались от обеда. Ну, не объедки, а остатки. Вот так вот возмущаюсь. Это крайне неудобно, когда человек не может. Вот сейчас я бы с удовольствием покушала какую-нибудь жареную рыбу. Но некуда пойти. Все закрыто. Все закрыто, надо ждать вечера. До вечера еще далеко, и поэтому поедем, наверное, домой. Заедем... какой-то супермаркет, купим рыбу и дома пожарим ее, потому что до вечера ждать это не 3 часа еще, где-то в 7 они начинают открываться все, и пиццерии, и рестораны, все, и рестораны, все сейчас закрыто, представляете? Это так крайне неудобно, и это реалии жизни здесь. Я не знаю, может быть, в крупных городах не так, а вот у нас здесь так. Повсюду так, во всех городках. И вот так. Ой, почему так? Вот это мне не нравится. Это крайне неудобно. Я бы хотела, чтобы они были всегда открыты. И когда человек приходит, они готовят свеженькое, и ты кушаешь. Нет. Закрыто. Ну, может быть, это в этом есть какой-то смысл, что эти работники тоже люди, они тоже должны идти на море отдыхать. В общем, приходится смиряться. Наверное, в этом есть какой-то смысл, чтобы все люди могли, и работники тоже, чтобы могли наслаждаться отдыхом днем. Возмущаюсь сегодня. Хотя красота и климат, и все-все нравится, но вот это расписание, это я прям не знаю. Четко-четко все должны завтракать, обедать и ужинать в одно примерно время. И не совпал со временем, кушай дома. Io devo sapere domani perché ho aggiustato i dosi di questo bene. E dove è costato? In macchina, stampa. Ah sì, abbiamo acqua in macchina. Pure dietro dove sì. Alfredo, конечно, все понимает, то, что я говорю по-русски. Он просто говорить не может, но он почти все понимает.
Ему тоже это, кстати, не очень нравится, но такая тут жизнь, что сделаешь. Или живи, или уезжай, если тебе не нравится слишком, или терпи. Ну, так вот. Живем в диком месте, на меня все смотрят, когда я снимаю. Хорошо жить в крупных городах, где много людей. Там никто внимания не обращает. А у нас глушь и дичь. Им очень все странно. Все таращатся. Вот то, что я вам говорила. Видите, пустая как столовая здесь в супермаркете, потому что не в ручное время. Вот сейчас 5 часов дня, все закрыто. Откроется вечером. Thank you.
продуктов. Вот вы видите тамарин, там чабата, бананы, греческий йогурт, персики, прошутто крудо, ящик винограда, яйца, баклажаны. Здесь пару грибов, ромашка. В общем, там внизу еще мясо есть, баранина, плечико баранины. Ну и водичка. В общем, вот так вот. Здесь тыквенные цветы, фаршированные моцареллой. Еще жарим рыбку, которая здесь называется бакала. В общем, это треска. Ой. Альфредо еще дожаривает два куска. И будем сейчас кушать. Вот такой рыбный ужин у нас будет.